или же Native Instruments S4 MIDI Controller Bag. Есть еще backpack, то есть рюкзак. Это сумка. У нее только наплечный ремешок, плюс есть скоба для крепления ко всяческим троллям для перевозки в аэропортах и по городу. Два кармана основных, один для ноутбука, второй для контроллера. И накладной карман для прочей мелочи. Сумка разрабатывалась под размер контроллера Native Instruments S4, соответственно S2 и более мелкие модели входят без труда. Вот так вот даже остается место. Единственное, что может послужить негативным нюансом, это то, что контроллер будет перемещаться. Но, тем не менее, сумка защищена со всех сторон мягкими вставками, так что с ним ничего делаться не будет. Посмотрим, войдет ли все остальное, что необходимо диджею при выезде. Компьютер. Набор проводов приходится засовывать туда же, куда и компьютер. Наушники, ну, либо в накладной карман, либо сюда же. Таким вот образом это смотрится. Сумка стала гораздо шире, чем была пустой. Но, тем не менее, нет ощущения, что она забита до краев. То есть в накладной карман можно еще что-то засунуть, и здесь есть место.